Обычный класс – занятие кружка по обществознанию. Сегодня урок экономики про акции рассказывает Тимофей Абрамчук. Вообще-то в прошлом месяце он стал председателем Одинцовского отделения движения первых, можно сказать, первое лицо всей молодежи округа. Но преподаватель к этому относится очень спокойно. Нос не задирает, к экзаменам готовится, вот и хорошо. Если человек такой цельный, то общественная деятельность, она никак не помешает успеваемости. Если, конечно, общественная работа более интересна, чем учеба, то здесь, конечно, может перевесить. А общественная работа действительно увлекательная. В округе 42 первичных организации движения первых. Среди всех подростков старшие товарищи отобрали троих. Двое из них были из Одинцова, один ученик из Кубинки. И вот на этих выборах подростки проголосовали за Тимофея. Очень всем понравилось его предвыборное выступление. Как говорит молодежь, затащил харизмой. Я готов предложить вам прекрасную идею после каникул провести, создать небольшой проект на базе нашей школы, провести физминутку. На ежемесячной встрече первичной организации гимназии присутствует куратор движения первых Татьяна Кусмарцева. Это не чиновник, ее трудовая лежит в Москве в штаб-квартире подмосковного отделения общественной организации. Говорит, одна из ее задач – научить ребят проводить совещания, составлять протоколы встреч, уметь читать документы. Ребята очень ответственно относятся к своей работе, они понимают, что на них смотрят другие активисты, все хотят быть в движении, и нужно держать марку и уметь показать себя как хорошего руководителя. Семиклассница Катерина только-только вошла в местный совет гимназии. Можно сказать, вчера еще играла в куклы, сегодня участвует в совещании, слушает выступления. Все как у взрослых. Объясняя, чему она тут учится, озвучивает буквально то, что происходит с ней прямо сейчас. Я начинаю более говорить открыто на камеру, уметь выражать свою точку зрения, общаться с людьми, которые намного старше меня. Советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями Илья Черемисин, конечно, доволен, что гимназия номер 14, видимо, уже вписала себя в историю движения первых Одинцова, как-никак первый председатель и их воспитанник. Да, мы все рады, да, рада его семья, соответственно, и он в том числе. А так, ничего не изменилось для нас. Мы также двигаемся вперед, движение первых. Тимофей уже 18, поступать планирует в РАНХИКС. Говорит, статус председателя дает ему массу новых знаний и знакомств. Но самый главный навык, который надо прокачивать прямо сейчас – умение точно распределять свое время. На самом деле для экзаменов у меня время расписано, то есть четко есть установленное время, когда я хожу к репетиторам, занимаюсь уроками, готовлюсь к ЕГЭ. А касаемо движения первых, нет установленного времени, то есть все идет по ситуации. Если куда-то нужно съездить, я как бы еду, если это никак не мешает учебе. Движение первых – это, конечно, патриотизм и воспитание уважительного отношения к обществу, в котором живешь. Но еще общественное объединение учит действовать сообща и решать вопросы. Тимур Гасин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».